Bayra. Skifta sarma talanta, stegai stekma, zardai zardama. Обращение к депутатам и золотой молодежи Осетии. И прежде чем начать тему обращения, хочу сказать о празднике Вашкерги Баракбон, который сейчас проходит. Зашедший перцут байрай гават, пока попридержите его фарстата бал. Хочу вступление сделать. Что такое вастерджи? Вастерджи — это, как мы знаем, небожитель, единый дух нашего народа, дух всех асса, путник воинов. И эта сила когда-то прошла по царю Таргитаю, скифскому царю Таргитаю, который объединил народ, научил верховой езде. И, то есть первая боевая конница, от которой произошло рыцарство так таковое. Это и рыцари круглого стола Сарматы, которая потом прославилась на весь мир. То есть вастерджи, вот эта сила, которая, да, объединила народ, это и есть единый дух наш, можно сказать, наш эгрегор. Сегодня меня многие поздравляют с этим праздником, но я вам так скажу, тот, кто способен объединять людей во имя правды, единства и что-то, как нас и скифский царь когда-то всех скифов объединил, или, например, царь Дургулель Великий. Все мы знаем, что до царя Дургулеля в основном была феодальная разрозненность. И это способствовало нашему врагу победить нас, потому что мы были разрознены и друг против друга часто и воевали. Это касается западной Эланы, дигурцев, астигурцев. Когда пришли тюрки, до этого у нас были огромные, обширные территории, где и ныне Кабардино-Балкария. Там это имя ассов было распространено на них. И сначала тюрки, и из-за того, что вот эта феодальная разрозненность была, нас оттеснили и оставили нас с Дигорским ущельем. Там именно те западные ланы, они имели связь с Византией, там и христианцы. Но это по политическим соображениям, там много нюансов было. Но суть в том, что вот эта феодальная разрозненность, пока не пришел царь Дургулель Великий, не объединил народ, то вот это нам мешало всегда, у нас вот эта проблема была. Потом
когда он умер, царь Дургулель, то пришли монголы и опять притеснили нас. И как мы знаем, в Дегорском ущелье вот эта мужественная женщина, Зада Лескина, она спасла последних оставшихся уцелевших детей и упрятала в пещере. И мы выжили. Посмотрите насчет этого. Длинное интервью Кузнецова. Я забыл, как Анатолий. То есть это я все к чему говорю. Мы поздравляем друг друга с этим праздником, но из года в год, если бы эта сила, мы могли в нужное направление, вот мы обращаемся к Уастерджи, если бы мы это могли в себя принять и свои потенциалы развить, тогда у нас бы не было такой вот ситуации, которая сегодня, мы бы не довели до такой ситуации. У нас практически факт того, что мы что-то неправильно делаем, у нас за каждым столом спиртные напитки, чревоугодие, все этим и заканчивается. И в чем это суть? Самообман. И тот, кто, еще раз, тот, кто может во имя правды, там, как в Нарти Таурахте куда, Тохганак Нан, Фал Тохганак Бал Тохганан, то есть, сами понимаете. Если каждый из нас может указать путь другому, правильный путь указать, помочь, направить, объединять, это и есть через вас проявление вот этой силы, которая объединяет Уастерджи, сила Уастерджи. Если вы этого нет, то суть этого, вы обращаетесь, значит, туда, куда сами не понимаете, зачем, ну, ни с самосознанием, ни вот, ну, то есть сами не знаете, чего вы. Вам же надо прежде всего исходить из того, кому вы обращены и что вам надо. То есть материальный мир, он от духовного, тонкого мира не отделен. Эти все силы. И вы эти силы неправильным направлении у вас они идут, понимаете? Это о чем говорю? Сейчас тоже у нас так таковая, это посыл к депутатам, у нас тоже так таковая феодальная разрозненность. В плане того, что правительство от народа как-то отдалено, нет тесного общения, контакта. Но что я хочу сказать, многие депутаты наши, если в ком-то еще осталась искра, они думают, что они ушли ради своего блага, чтобы побогатиться и для своих детей. Но я вам скажу, что это неправильное мышление, потому что если ваш народ обголодает, обнищает душой и духом. Самое плохое, когда нищий душой именно. Не так страшно, как материально, как душой. То есть смерть духа, когда человек теряет веру, надежду. А это смерть духа. Вот это самое страшное. Но посмотрите, реальность какая. Изо дня в день все дорожает, людей прижали, намечается глобальный голод,
И если кто-то из осетин, который работает в правительстве, думает, что они, кое-что богатство, думает, что они спасутся, это точно, я вам скажу, нет, потому что если ваш народ обнищает, ну, голод, смерть, геноцид, то а вы-то и есть народ, ваша история, традиции, обычаи, то есть мы одно единое целое. Если вы народу не поможете, не начнете тесно общаться, потенциал свой поднимать, свои потенциалы, золотую молодежь в разных сферах, в кратчайшие сроки, то вы останетесь, а кому вы нужны будете? Вокруг будут одни враги, а среди них, ну, вы потеряетесь как народ, как со своей историей. Ведь мы знаем, что идет внутри политические войны, борьба за историю, за ресурсы. И за этим всем очень мощные силы стоят. Понимаете? И мы рискуем раствориться, потому что мы слабеем изо дня в день. Поэтому, если до сих пор вы этого не поняли, то это вы не на правильном пути. Вам нужно, вот я вам посоветую пример взять с Вадима Чельдиева. Вот он создал этот фонд ЗИУ, помните? Это одно из его достоинств. Я ему всегда насчет этого завидовал, и тем, что, ну, в хорошем смысле этого слова, у него возможностей больше было. Он певец, мог собрать благотворительность насчет этого, благодаря концертам там. А художник, как я, ну, что мы можем? Ну, выставку сделать, если получится один раз в год, и то, и что... Как, на это ты не соберешь ничего, как ты поможешь. У Вадима это получилось, у него больше возможностей было. Во-вторых, он заслуженный, да, к нему больше внимания. И это хороший пример депутатам, актуальный пример. Вам нужно точно так же сделать точки в связи с тем, что намечается этот голод, людей зажали, прижали. Чтоб на край были запасы там продовольственные и так далее и тому подобное. Вот так, если нам не нравится, что мы зависимы, потом на чем нужно сделать акцент? Первое, я сказал, нужно всем энтузиастам, те, кто ценят свою культуру, всем осетинам, у кого еще остался эта искра, дух, национальная самосознанность, самосознание, им надо объединиться и свои потенциалы, какие есть, объединить их в разных направлениях и вложиться в это. Вот ваш, в народ, в ее культуру, в ее сохранение, сохранение культуры, традиции, обычаи. Вот так. Потом, смотрите, самое актуальное, что у нас беспокоит всех, то, что мы можем попасть в этот, ну, уже все же к этому идут, проекты будущего, глобалистов. То есть, и мы рискуем попасть вот тот без пяти минут там, сколько
в рабство искусственного интеллекта. То есть кто-то себя возомнил Богом. Вот к чему у вас недоверие. Но если вам это не нравится, вам нужно создать быстро, вот именно на этом акцент сделать, альтернативу. Свои сети, интернет, вдруг отключат интернет, там, чтоб связь там, и так далее и тому подобное. Свою базу данных. Потом, да, насчет глобального голода. То есть то, что к нам применимо, современные технологии, мы должны сделать то же самое, только свое. Свой банк семян без ГМО. На сельхозхозяйстве сделать акцент. Те, кто в селах живет, у них более-менее так больше возможностей, чем не попасть в это рабство. Но никто не убежит, если вот этот проект осуществится, то никто не спрячется в пещерах, потому что сейчас другие технологии. Дрон тандерт. Мухи с камерами. Я очень вам никуда не убежать. И вот исходя из этого, вы должны уже, да, делать вот эти, потом запасы, да, в случае голода, запасы. Парниджану, орегано, сыры там, закоптили. Короче, все, что можно, вот это, ну, включите свой разум, здравый ум, вот все вы должны, ну, вот. У нас же умных аланов много, все же бьют, говорят, мы аланы самые там великие. Вот и проявите свои потенциалы, покажите свой дух, который вам пытались постоянно принизить, там, уничтожить этот дух. Вот и покажите свои потенциалы, насколько вы... Напомню вам, что нарты, когда обращались к Всевышнему, они не просили богатства, денег там. Они просили, чтобы им Всевышний послал достойного соперника. А для чего? Чтобы стать сильнее. Когда у нас говорят в молитве, Фетбелиза и Незаина Багавайка, это неправильно, потому что на то они и Фетбелиста Неста, чтобы мы их преодолели, стали сильнее. Если у нас никаких преград, испытаний нет, мы не развиваемся. Это по факту вот вам эти праздники, что они нам дают? Они мертвые, потому что эти потенциалы мы не реализовываем, не развиваем. Только у нас чисто тупой быт. И народ у нас обнищал. Посмотрите, как... Я еще раз повторю. Не страшно, когда денег нету, когда человек ниж душой. Да, падает духовная нравственность, деградация. С плохими побуждениями. Нажиться на чем-то горе. Там, воровское. Все воровское. Вот это, ну, это говорит о том, что... Мы обнищали. А это хуже, чем... Если кто-то думает, он нажился, и он... Это очень... Это смерть духа. И это парадокс. Тот, у кого больше денег, тот, кто хавает, тот проклят. Потому что... Да, в своем чревоугодии ведь жизнь не суть в этом. И чем они... Лучше обычного. Так же стареет, так же. Во-вторых, посмотрите больше. Сидя в кабинетах там со вторыми подбородками, чем они лучше живут? Ну, не суть этом. После этой жизни не деньгами там. Если ты здесь купил, думаешь, что людей купить нельзя.
если ты, как ты, то, что ты с собой вот отсюда понесешь в сердце, так и после этой смерти. Поэтому вот так, поэтому нужно вот от этого исходить. Фортификации горные, объединительные, ну, связанные между собой, там нужно обустраивать. В общем, нужно себя обезопасить, потому что реальность такова. Другого варианта нету. И еще стоит акцентировать на том, что молодежь не туда постоянно. Вот эти все шоу, ММА, вот эти все уводят нас от сути. Они тоже заблудшие, потому что молодежь смотрит на них, и у них не туда силы. А это все нужно для того, чтобы уводить нас от сути, одурачивать вот эти все шоу, чтобы мы свои силы, потенциалы не развивали. А это один из их инструментов. Понимаете, как и пищевое оружие. Это тоже один из инструментов по уничтожению нашего генофонда. Гриньев, Байрат. Вот так, потом, чтобы нужно объединить, как я сказал, эти все энтузиасты, осетин, кого есть, это искра не пропала. Потом нужно объединить людей, младших, там, не знаю кто, чтобы они наизусть выучили, допустим, Нартыкач, это самые старые источники, прямо наизусть. Культуру, традиции, обычаи всех философов, все наши традиции, обычаи, песни, тан, музыку, байра. Всех философов, ученых объединить, чтобы они в одном кругу все наши традиции изучали. Вот эти все культура наша, традиции, обычаи, символика. Вот те глобалисты, они не дураки. Многие думают, что но они не глупые, у них вот это масонская ложа, там, мормоны, герметизм, это есть алхимики. Они если управляют, то исходя от этих знаний, которые у нас есть, но они у нас мертвы. Потому что управленцев мира эти знания. За эти знания всегда, у кого знания есть о мироздании, тот и того и меч, у того и тот и правит миром, тот, кто знает законы, да, мироздание. И эти знания у нас когда-то были, но когда пришли великие завоеватели, то эти знания мы как-то спасали, были. Ну, единственное наше величие в том, что, может, знания были утеряны, где-то они сохранились, но мы сохранили это наше. Да, вот эти знания, они у нас есть, фундамент, но это требует, да, эти знания. А для этого ученые нужны всех, вот, чтобы, да. И на основе этого уже вот общество создавать, формировать. Вот нартовский эпос для этого нужно, чтобы его наизусть изучили. Самые древние источники. Потом другие еще, эзотерику, тайная доктрина, Блаватская. Вот все вы знаете, Тарктагей, Арсии, вот эти тома Людмилы Макеевой. Она взяла это от Елены Блаватской,
И сделала сравнительный анализ нартика, что я точно так же. Тоже для себя много чего открыл, я с вами с этим делился не раз. И другие. Вот эти осколки Ригведа, Пураны, Веды, Авеста, зороастризм. Все это герметизм, разинкерейцы, там, вот это все алхимия, вот эти все нужно ученые вместе с Нарте Качта там сделать сравнительный анализ, провести большую работу, чтобы раскрыть до конца нашу культуру. То есть вот в таком ключе, если мы хотим сохраниться как народ, если нас не устраивает вот этот искусственный интеллект, в рабстве которых мы можем оказаться, глобалистов, и не жить с открытыми ртами и ждать, что же будет дальше. Потому что все карты у них, они эту систему создали, и этот хаос они тоже создают. Все, что у нас сейчас, вот эти все будут громкие события, это все их рук дело. Они захотят войну устроить, они это сделают. И мы их никогда не узнаем, потому что все это задолго создавалось этими людьми. А это фантасты. Вот это... Вот все, что мы когда-то в фильмах смотрели, вот эти фантастические, где роботы там, да, сюда. Это все вот их, вот все к этому идет. Их рук дело. Все карты у них. Понимаете? И когда вот у нас начинаются какие-то трения между ингушами там, допустим, как обычно, между грузинами, я понимаю, что мы же знаем, что это золотой миллиард, сокращение населения, это не я говорю. Это все их проделки, понимаете? Им стоит вот конфликт создать, они его создадут. Потому что большинство продажных душ, они им приказ дадут, они как стадо барана. Уже большинство как искусственный интеллект. У них нет логики мышления, нет ничего, не осталось. Они продажные, они готовы работать ради денег. Фред, ты слышал злого грузина? Это один из таких глупых людей. Все это ерунда, это провокаторы. Всех, кого вы знаете, это все... Любой конфликт на руку, я же вам говорю, третьих этих лиц, глобалистов, то за этим всем, это вся система, понимаете? Я на это все поверхностно смотрю, потому что глупые те, кто это не понимает. Особенно с ингушской стороны, эти старшие... Молодежь натравливают. Неужели не видят, что какие за земли, неужели историческая практика мировая, войны ничему не научили. Раньше, если бы это было еще как в древности, мы бы так в открытую войну объявили, да, ну вот как раньше было. Потому что знаем, что за спиной никого нет, мы вот независимы. Видим своего врага в упор. Это было раньше. Сейчас очень много своих внутри врагов, понимаете, продажных там. Если не оккупировано полностью. Свои, вот с кем воевать? Выйдут там те, кто бьют в грудь, мы патриоты, ингуши против вас, и ты, мы такие. Что? Вот эти патриоты, как пушечное мясо, друг друга поубивают. И все, останется кто? Останутся рабы, те, кто служат этим глобальным, третьим, непонятным лицам. И на самом деле это глупость, очень большая глупость ингушей и осетин воевать. Вам надо всем это осознать и встать одним фронтом, как один, не вестись на провокации, не это все... Я же вам говорю, все эти карты
у тех, кто этим всем балом правит. До сих пор тоже это все, все вот эти, это у них все, они, понимаете, вы их даже в упор не знаете. Понимаете, в чем проблема? То есть они эту систему создали и хаос. Теперь у нас, видите, хаос такой. И они уже полностью этот хаос контролируемый. Это технология такая. Посмотрите, люди же в суете, манипуляции идут. Одни против QR-кода, другие там. Европа так говорит, Россия, наше государство так. И такой хаос. А на самом деле он управляемый, потому что эту систему все вот задолго... Думаю, продумали. Не глупые люди. Но смотрите, что я вам хочу сказать. Если мы говорим о том, что лишь у нас один выход, самим создать свою альтернативу, чтобы быть независимым от этого всего, то у нас другой вопрос актуальный встает. А кто это, опять-таки, кто этой системой, кто, то есть, создаст альтернативу, кто? А он с каким с побуждением будет? Мы знаем, мы говорим о том, что эти фашисты, фашизм у них какой-то. А мы уверены, что потом это тоже, если мы что-то создадим, не начнут использовать. Потому что, опять-таки, мы... столкнемся там с преступностью, с ворами там, и так далее, тому мы как с этим будем справляться? Если, смотрите, другой вариант, если это не шло, вот вся эта глобальный проект в сторону роботизации, то есть к искусственному интеллекту, ну, продолжали бы жить, как жили, как мы хотели, вот, старое время, вот как. Тогда все равно идет в сторону истощения природных ресурсов Земли. Леса вырубаются, загрязняется экологическая система. Все равно мы бы тогда уничтожили. Эти это поняли, глобалисты, вот решили так сокращать население разными вот так способами, с помощью войн там и других там технологий. Мы бы, зная это, допустим, что бы мы, как бы мы знаем, какие бы мы предприняли действия, разумные люди. Сколько раз я, допустим, говорил, предложил, не покупайте детям эти сладкие, откажитесь, если каждый перестанет там, к примеру, Coca-Cola, ну, все, вот, все это разнообразие, вот этих, то, что наш генофонд уничтожает, делает нас зависим, как наркоманов, как и детей. Если мы откажемся, уже этот необратимый круговорот мы оборвем. Но это от каждого из нас же зависит. Потому что мы употребляем те продукты, ну, то есть на нас зарабатывают тупо деньги на нашем здоровье. Мы сами себя как фашисты уничтожаем. Где тут логика, самообман? Воевали против фашизма и сами себя теперь уничтожаем. Вот если нам не нравится вот это вот электронное рабство, то мы хотим как быть... Тогда людям надо от этого всего отказаться, от чрезмерного. Никто не говорит, что этот мир... Главная мера нужна. Он хороший, но когда люди начинают чревоугодствовать, рамки переходят, это уже в этом мире есть как добро и зло, или... хотя по сути этого не правды, но одно не может, не должно, должна быть гармония.
И все, что от дьявола, все, что плохое, не должно чрезмерно переобладать над другим. Должны светлые силы, светлые, как его, сделать так, чтобы эта гармония была. Почему? Потому что на той этаже, чтобы познать грех, во всех писаниях. Когда Адам вкусил запретный плод, плод это есть древо мудрости, познания. И каждый из нас познает. Без этого мы не можем познать, ну, что хорошо, как, ну, что есть, да, как устроен мир. Это все надо. Но в живом ключе эволюционная эволюция. Каждый человек должен свою эволюцию пройти, но не как робот. Поэтому смотрите, если мы говорим за правду, тогда мы как-то человечество наше должно задуматься, в чем смысл, суть жизни. Если мы идем вперед, то надо вот, то мы продолжаем, по сути, вот что-то ты говоришь так-то, так-то, ну, допустим, ну, как я банально сказал, там Кока-Колу элементарно покупать, не покупать. На это же никто не обращает внимания. Все с таких мелочей начинается. Просто и в том, и в другом варианте все идет. Ну, единственный вариант – это разумно, ну, радикально нам. Вот, хотя я понимаю, что вот, как и скажешь, один кушал, жрал там гамбургеры, он привык так кушать, теперь ему резко скажешь, там нельзя хлеб, нельзя, он же резко не сможет. Или скажешь, один скажет, а все не будут, то есть каждый пусть за себя, с себя начнет. Потому что один скажет, а я перестану, другие же не перестанут, и вот так и идет. А эти крупные торговые фирмы, масс-маркеты, они на нашем здоровье из-за того, что мы покупаем это все, они, то есть это нескончаемый вот, и мы в рабстве, вот этом рабстве, мы это поддерживаем, мы, это нас и уничтожает. Так какое мы будущее хотим видеть, я не пойму. Если мы, как разумные люди, мы должны четко и ясно знать, что мы хотим от будущего, какое оно должно быть. Вот те, кто правят миром, они точно и ясно знают, какой они мир хотят видеть. Как и в фантастических фильмах, да, роботизация там, рабочая сила так. Есть фильм такой «Элизиум», когда один мир поделился на других, третисортный, на, а там у них рай. Я думаю, знаете, в чем идет? Они не хотят полностью уничтожить, а почему, ну, человечество? Во-первых, да, проблема перенаселения. Во-вторых, заселить планету, и по-любому нужна сила рабческая, и по-любому всех уничтожить невыгодно. То есть в любых вариантах мы находимся в их проекте, понимаете? В любых вариантах мы в этом. У нас своей альтернативы нету. Мы как хотим. Может, мы сами хотим. Наш народ, вот, говорят, Кавказ объединится там. А куда объединиться?
Надо это как-то технично сделать, потому что, смотрите, опять-таки объединение какое-то, это все войны какие-то подразумевается против того. Опять-таки глобалисты там, мощные силы за этим всем стоят, понимаете? У них на крае есть бункера, где у них там, в Техасе. То есть это один из инструментов, чтобы сократить войны на руку. Поэтому я вам говорю, всех своих, если мы как народ хотим сохраниться вообще и не раствориться, не просто раствориться, а стать рабами возомнившего себя Бога, которому мы будем служить для совершения его проекта, мы должны задуматься как люди, разумные люди. Если нет, то я вот не знаю, кто-то это услышит, тот меня смотрит, наших единомышленников, а нас немало, нас много. Я имею в виду с депутатов. Потому что все в интернет перешли. Надо общаться тесно через прямые эфиры с народом. Через люди. Через меня нельзя, можно. Чтоб люди были осведомлены о том, как 20-го сход был. Потому что люди... Правительство, депутаты тесно не общались с народом, не доносили. Они должны теснее быть с народом, чтобы знали там, что предстоит, как, что. Вот, допустим, Алан Мами, вот, он информирует, и люди так более-менее. Когда резко что-то сваливается на народ, они в непонятках, в неопределенности, потому что у многих из них работы были этих... дневной заработок, хлеб, а резко им обрубили это, и неестественно, такой хаос, еще засланных много было, если верить многим, которые провоцировали, провокаторов многие, вот, допустим, в Майдане, за правду там одна кучка говорит так, а какой-то засланный из толпы просто послали, чтобы он с пистолета стрельнул в сторону там, депутатов, и все автоматически эта толпа, преступники, ответственны за этот выстрел. Вот такие, таких, в общем, подлых там, очень много технологий. Тот, кто им не выгоден, тот, кто не выгоден, их на кресты распинают, вот и вся история. Поэтому только один вариант у депутатов, им надо, вот, я не знаю, кто-то слышит это, как. А вся проблема из-за того, что у вас оборвана связь, оборвалась связь с прошлым, со своими предками, духовными предками, за что они воевали, с кем воевали, как и что, одномоментно, потому что вас усыпили. И с тех пор, пока вы спали, вас разными способами, в том числе пищевой, разными способами. Один электроцинк, что с нами делал. Многие говорят, вот, там, что с народом стало, даже чисто физически. Что тут удивительно, мы загрязняем, землю кормим ГМО, химией разной, этим питаемся, сами себя уничтожаем. Каких вы хотите видеть
двухметровых гигантов, если мы... То, что мы живы, можем что-то так сказать уже, у нас есть хотя бы чуть-чуть здравый ум, это уже мы, наверное, я уже не говорю о том, что... На такой экологии, сколько электроцинк навредил, сколько там... Сами себя уничтожаем с детства. ГМО, полуфабрикаты, сахар там, нет культуры питания и так далее. По всем фронтам и мне говорят постоянно, говорили, сколько я знаю, Фред, ты в облаках летаешь, приземлись. Я вам говорю, странный художник там, мне говорят часто. Эти художники странные, эти... Пусть, когда об истории говорю, мне говорят, пусть этим занимаются историки. Когда о политике говорю, мне говорят, не лезь в политику. Вы что, с ума сошли, что ли? Это вы летаете в облаках, вы странные, потому что если вы... У вас есть национальность, история, вы, вам немаловажно ваше будущее, ваших детей. Вы во все это должны вникать, это знать наизусть. Я это странный. Говорю об истории, мне говорят, а, Фред, ты интересуешься историей. Это любой нормальный, который не летает в облаках, не странный, странный, он должен это знать. За каждый клочок этой земли наши предки отдавали жизни, поэтому каждый в разной степени имеет право на голос. За исключением неадекватных каких-то, больных неадекватных людей там. Каждый здравомыслящий не должен вот именно молчать, а за наши земли мы всю свою историю, наши предки отдавали жизнь, ты продолжаешь этот род, тебе течет кровь, и ты говоришь, не лезь в политику, не лезь. Вся эта политика, внутриполитическая борьба, все эти войны напрямую к нам идут, на нас влияют, и мы с открытыми ртами потом... Удивляемся, а все из-за таких, как вы, которые говорят, не лезь в политику, не лезь. Пускай история, историки занимаются. Это из вот как раз-таки из-за таких людей. Вас научили быть толерантными, стадо баранов, чтобы не имели свое мнение, ни свои корни. Ни... Вот поэтому у нас сегодня... К этому до того дошли, потому что оборвана связь с предками, с их историей, с нашей историей, с нашими богами, корнями. Когда у тебя нет опоры, нет рода, у тебя ничего нет, ты никто, нет твоего я, потому что это я и есть твой народ. Вот это у наших депутатов большинство, по-моему, поэтому они, большинство из них нищие, потому что потеряли это все. Единственный вариант, я не знаю, найдите путь к себе, задайте уже вообще, ну куда, край. Без пяти минут там сколько-то нас скоро всех чипируют там. Электронный лагерь, глобализм, будьте как роботы. И так вы уже и без этого, не знаю, большинство продажные, вот им по приказу, лишь бы деньги заработать, показывают там врачей, вот они герои, они, посмотрите на их лица, они с утра до вечера там заботятся о больных, там такая ситуация, показывают их с синяками там. А почему никто не говорит, они по приказу или там, может они с чьих-то рук кого-то убивают наоборот, никто не задавался.
Почему Европа, почему от вакцин там говорят одни столько, казахстанцы, в Казахстане 700 человек от этой витаминизации, кроликотизации, сколько погибло. Какой это герой? Вы рабы служите, вам не важно, вы за деньги работаете, вас, не знаю. Может, это ваш кусок хлеба, но надо же, не знаю, вы же люди, они чем человек от животного отличаются? Неужели Бога нету у вас? Или неужели ничего святого? Ну, кому ты служишь? За что? Ну, кому ты продался? Ты же, ну, где гордость в хорошем смысле этого слова? Вот это и есть духовная смерть, когда ты служишь дьяволу конкретно. И показывают их с синяками там. Кому эти синяки нужны? Вон хайпуют эти абдурозик, вот эти лилипуты. Напомню еще. Теперь каждый эфир традиционно Асхаба Тамаева, где он говорил, вот данный, это как его, маленький, один, а это другой вот, маленький, как его. В общем, он там говорит, а благодаря мне я его, ну, обогатил как. Непонятно, почему он ко мне так с ненавистью относится, там показывает, что он его ударяет так с ненавистью. И говорит о нем, что он вот, я его так поднял, а он ему там предложил, вот UFC, как его, глава UFC, он ему предложил там больше денег, гонорара, и он к нему там перешел, то бишь, ну, делайте там выводы сами, ну, как. Я решил ему написать, что русскому хорошо, немцу смерть. То есть то, что ты его обогатил, это не значит, что ты его сделал лучше. Наоборот, хуже. Не зря он такой родился. Если он такой неполный, ну, внешне там, значит, у него по карме такая судьба. Значит, это он, да, ты взял ему наоборот, хуже сделал деньгами. Ты его, может, не должен был обогащать. А он там говорит, я его, да, он обогатил. Что ты ему лучше, он духовно чем-то как человек изменился, нет. Ты ему наоборот хуже сделал. Нет, деньги, проклятия, они его наоборот испортили. Что там удивительного, что он к тебе с ненавистью относится. Он остался таким, как единственное, что ты ему сделал, просто ему кусок хлеба дал и все. А как человек он... Деньги его ничему не научили. Вот что деньги дают. Теперь он купил там, понтуется там, сколько-то миллионов свой джип. И сам он тоже не как человек, ну, его используют, я и так и написал. Это все политика, вот это все шоу, как и шоу-бизнес. Это все инструмент для правления масса дурачивания, чтобы вы, вот они свой проект, глобалисты, делают, продолжают. И под этим всем шоу они его продолжают делать. Вот их цель.
они уже давно знают то, что им надо реализовать. И вот такие, как Асхаб, там, а все эти шоу, они обесценивают. Например, вот где по щеке дают, это то же самое, что вот эти все наши понятия чести там. Знаете почему? Я вам один факт приведу. Вот мне, допустим, недавно этого друзья опять присылают плату. Посмотри, дам плату, что про тебя там сказал. Выйди, дам, на ринг с ним, подерись и... Короче, я сразу в этом. Неужели они, кто-то думает, что драка, ну вот такие какие-то вопросы, вот ты его побил, он, если он в душе, внутри ну, про нашу веру, религию, как он думает, как он оскорблял чувства верующих или дракой ты что, ну, раз физически ты сильнее побьешь, ты значит прав получается, так? А если он меня, допустим, побьет, значит он прав, что ли? Нет, конечно. Потому что все, что если есть достойное человека, правда, это от Всевышнего. Святой, его физически никак нельзя уничтожить. Дракой, ну, ничего не решишь. Идет подмена ценностей, чести. То есть, тот, кто думает, что он побил, значит, он унизил достоинство. Но достоинство унизить нельзя. Хоть убей, это святое. То, что есть, ну, если у человека есть правда, за которую он говорит, если он это не, ну, знает свою правду, идет и не, как ты можешь это физически, ты физически уничтожишь, но понимаешь, и вот на этом всем вот эти все шоу основываются, они обесценивают все, они переходят рамки, границы, они себя сами прокляли, они такие же марионетки, их используют, они сами этого не понимают, не осознают. Они думают, что они этим много заработали денег, они богатые. Но они сами себя закапывают этими деньгами, шоу. И сами же одурачивают людей. То есть, здесь мы уявляем, можем уявить, что наш враг руками таких как Асхаб Тамай, вот этот Мурат. Почему? Посмотрите, как молодежь учат. Человек этот Мурат. Яха. У таксиста 400 рублей там. И его подняли на какой уровень. Уже пишут, что он великий. Следовательно, молодежь смотрит и думает, а я тоже могу вот так сделать, и понимаете, обесценивание идет. Это опять-таки же с таких, как они, с их неосознанности, с их рук уничтожают вот тех, у кого еще осталась эта искра, те, кто это понимают, а самосознанный есть гордость в хорошем смысле слова. С их рук уничтожают вот это, чтобы осуществить свои планы, чтобы настроить таких, как, потому что их все больше и больше становится. Посмотрите, сколько Лулаеву поддержали этот поступок. Вот вам факты, то, что это все инструмент. И еще пример я часто привожу. Когда с Афганистана американцы ушли, там Соловьев, что там пел. Вот да, хвастаются американцы, что у них такая армия, а когда они ушли, показали на самом деле, что они, ну, то есть хвастуны там, небоеспособны там. А они это все...
прекрасно знают их тактику. Они растят терроризм, террористов, оставляют им оружие, уходят. И руками чужих убивают других, создают войны. Вот кто наши, вот за, кто за всем этим стоит. Третьим, их даже в упор лица их не знаем. Там целая сеть их, там целые там. И мы тут грыземся по этой глупости. Вот их тактика. Они создают. Вот эти мормоны, соровцы, или как, в Южной Осетии что делают? Их даже никто не избирал. Ничего. Как они там? Секта. Что у нас секта? Их кто будет вообще знал? Вот так они по всему миру свои, они работали над этим. А мы спали и продолжаем. В моих силах что есть? Я, у меня все. Если что касается культуры, изобразительного искусства нашего народа, все есть. Я готов уже давно. Не раз обращался к правительству Южной Осетии. Там. Многие мне обещали, обещают, что... Картины я для народа делал, чтобы на нашего наследия. И когда там показывают каких-то проституток, там за каждую обнаженную фотку им выкладывают, там миллионы на счет ставят, они миллионеры. А когда за это вопрос никто не это, вопроса не бывает. И когда за культуру ты говоришь, там надо такой проект сделать, все сразу задумываешь, сразу у них думки появляются, у них думать начинают, а культура, может он этот, а может там предрассудки какие-то, у них сразу это. Лучше я деньги положу там, покупают там машины там. Если бы меня давно слушали бы вот с этими идеями, поддержали бы богатеи, уже давно бы, вот фрагмент. Меня не поддерживали, вот я вам на деле скажу, что ты делал мне, час игра, что ты сделал. Вот меня не поддерживали, я им идею, вот что показать им, что из себя это будет представлять. Всю стену я у себя дома разрисовал, где-то я 2 года над этим работал. Наша символика, знамена, разные вариации, копии. Я предложил вот вам, сделаем такое, все наши символы, знамена. Может и сделать все, расписать нашими орнаментами. На каждой плитке, допустим, там мотивы скифские, сарматские, там, про язык там. В общем, такой центр мощный сделать. И обещаний было из диаспоры там, в Турции. Где? На деле вот я, ну, не знаю... Я своими руками такое могу сотворить, это искусство там. Ни одно искусство не сравнится, если мне дать возможность поддержать. Ну, не, с тех пор ну, нет, ничего никуда не идет.
Просто взять надо всех, объединить там, каждый на своей улице там, выбрать старшего там, их тоже материально поддержать, как-то взбодрить их там, тесное общение, через прямые эфиры, как-то что-то суетиться, амба гузгузей бадунцама. Никуда, ни туда, ни сюда. По разным фронтам. Баюка надами. Уберись, убрать нужно личные неприязни какие-то. Потому что ты сейчас, в данный момент, еще у нас проблема грызутся. Да я уже сколько постоянно блокируют большинство там. Не пытаются понять, не спросят там, начинают быковать. Куда вы быкуете? Полова болгарская унцовая, ура, вот без пяти минут там сколько-то в электронном рации будете служить как рабы. Кого, на кого вы быкуете? Надо понять, что мы как один. А у нас постоянно личности какие-то гнилые, переходят там, каждый прыщик начинает обсуждать с ног до головы какие-то, а он такой, а он... Надо быть духовно устремленным к высоким духовным целям. У нас всегда наша культура на возвышении духа, а не на принижении. Вот у старших одна проблема, беда, они большинства принижают младших, они как и вырастают рабами по-настоящему, потому что неправильный подход. Потому что старшие хотят, чтобы их невежество поддерживали. Вот они пьют, у них какие-то пристрастия, их должны поддерживать. Байрай. Вот за столом сидят водки там, пахан там. У Аллана вообще, если вы знаете, они презирали старших. Я не говорю о том, что в какой-то период, у нас говорят там, у нас уважение старших, в какой период? В определенный период, да, когда в ауле там все друг друга знали хорошо, Штырнахаш там, знали, кто есть кто. Знали, кто старший, что он несет духовную нравственность народу там. Он пример. У него жизненный опыт, он... И то это не должно никогда не принуждаться ничего. Ну и младшие должны уважать, ну... Бывают, да, другие, что сами себя младшие неправильно ведут. Но в любом случае нельзя вот, принуждению там. И ты же, мы же не рабы. У Аллаха не было такого. Наоборот, старшие, они, если ты в строю, постоянно войны шли. И они же не могли старшими за старшими ухаживать. Война идет там, они должны из поколения в поколение сильнее становиться. А тут старики еще ухаживают там. Наоборот, те, кто мог, они помогали младшим воинам. Они, у них суть была, чтобы растить из них воинов. И как ты себе представляешь, что ты немощный, там война, и вместо того, чтобы они... О своем будущем думали, они начали тебе зад подтирать. Да уйди ты вон в лес, гни хоть, или сам себя убей, елки-палки. А у нас большинство о себе думает, а не о будущем. Вот в чем проблема. Это, ну, жизненные обстоятельства. Никто не говорит, что старших не надо, там разные периоды были, но... Это я о том говорю, что большинство старших, как в тюрьме, я пахан, мне этот, мне... И тормозят в развитии молодежь. Принеси мне деньги, а там... Сбивают им их таланты, не дают развиваться больше, лишь бы им деньги приносили, работа была. Поэтому и большинство на работу устраиваются и не развивают свой потенциал. И потом на наркоту... спиваются там, потому что они находят себя в жизни. Вот в чем это проблема. Это старщики виноваты.
Вот я, допустим, уже возраст, да, вот многие лидеры духовные там моего возраста, чуть младше, начинают там хиштар, штырныхаш, там есть более старший. Какой штыр? В твоем возрасте уже, там уже в раннем возрасте войнами были. Какой хиштар? Ты уже наизусть, ты, ёлки, в твоих руках будущее, ты еще хиштара какого-то ждешь, какого-то старика на штырныха. Это ж вообще, ну... Начинают там, джорт, рад, дай. Из года в год мы, не, ну и по разным фронтам эти молитвы, если... Потому что они на деле должны. Они на, ну, на воле, но ты, в твоих руках твоя, ну, земля, будущее, вот. А ты ждешь от старика, вот придет там. Ни от кого ничего, ни от какого штырныхаша ничего не ждите. Это все пустое. Они что-то делают, но в рамках, как вот правительство России скажет, а им невыгодно вообще. Вот недавно на Лулаеву все накинулись, понятно, нужно было слово сказать. Там позорное шествие, там, ну, сказали, что прежде всего сами старшие виноваты, потому что они до того допустили. И на бедную девочку наехали все. И она со слезами извинилась. Дальше, после извинений еще случай, там какая-то организация, надо ей устроить позорное шествие. Сейчас этот Плато там оскорбляет чувства верующих. И замолчали все. Штырныхаш там, Кучиев уволился, все молчат. Говорят, не обращайте внимания. Это как получается? На слабую девочку можно наехать, да, у нее сил нету. А за человеком, за которым народ стоит, у вас душка или что? Если вы за правду тогда сказали бы слово... То, что этот тип, ну, многие спрашивают, мы же там ваших геев, там чаты тоже есть, не выставляем, а вы там. Но это их личное дело, да. Что они там делают, ну, не на массово, когда поддерживают. Лично мне, если бы я знал, что я, ну, просто мне неприятно, что я поддерживал, знаю, что он нетрадиционной ориентации. Как-то. А здесь это же две разные вещи, где-то подпольно кто-то что-то там. Хотя это, да, проблема. Другое дело, лидер, еще и герой его поддерживает, целый народ. Я сразу думаю, неужели, да, вряд ли ингуши, может, 100% и засланы, и он трюки какие-то делает, маневры. На самом деле, героем надо быть, чтобы среди кавказцев ингушей с такой ориентацией, знаешь, что этот клип увидят, ну, значит, наверное, он как сюда технично недавно приехал, ночью, как мне сказали. Будто бы, как он говорил там, вот, мне угрожали, а я отсюда в Осетию пришел, и никого нет, смотрите, да, чай, кофе попил, и еще раз, да, громко скажу, что... На самом деле он ночью там пришел, маневр такой техничный, соскочил. Я думаю, все-таки... Он и ингушей сильно манипулирует, манипуляцией засланный какой-то. Если до сих пор его поддерживают, значит, он 100% засланный, чтобы обострить этот конфликт.
Что-то там сделает, приедет тоже в Ингушетию, можете ошибаться, то он соскочит куда-нибудь в Россию, где он бывает, или в страны ездит, и оттуда пропаганду свою ведет. Так и все, кто в Европу сбегает. Может, я не прав, может, мне ингуши скажут, что да, мы его все поддерживаем, но я не поверю. Неужели человек с нетрадиционной ориентацией, или то, что он говорит, дороже, чем, не знаю. В любом случае, это и то, что он, да, его дело гей, но вот меня лично задело то, что вот чувство, ну, верующих, мы же знаем, что у нас, кто у нас, Вастерджи, мадемуазель, эта курва заставила переголосовать за введение. Я знаю аж в истории, что они пересмотрели рано дан. Нажмите музыку на паузу. Ну, давайте эту тему. Я вот сегодня определенно вот эта тема, данный прямой эфир был. Это мое послание нашей золотой молодежи, депутатам. Максимально репост. Пусть дотерпят до конца, просмотрите. Мне порой бывает, знаете как, вот, чтобы вы знали, мои подписчики, бывает, вот я захожу, хочу что-то сказать, вот, передать, ну, поделиться вот от души, от сердца. И бывает, вроде захожу, и потом тормоз какой-то. Ну, по-разному бывает. Почему-то не идет. Бывает иногда раскачка нужна, бывает иногда захожу и нормально. Ну, тоже. Человек же не робот, поэтому многие просто говорят то, что я повторяю. Во-первых, новые участники заходят и одни и те же вопросы повторяют. И иногда я, да, одно и то же целый эфир там могу несколько раз повторить. Иногда многие не дотерпят, ну, не терпят до конца посмотреть. И начинают писать, ты вот так, так, там сказал. А в том же в прямом эфире на его же вопросы, на эти ответы, ой, вопросы я ответил. То есть большинство нет терпения это все смотреть. Но это проблема. Я как, у меня как вот золото рассеивают, там золото остается, те, кто понимают. А остальные, ну, подписчики тут не важно, количество, качество, как говорят. Поэтому многие там говорят, ты на этом горишь, отвечаешь ингушам, хайпуешь специально ради хайпа. Какой хайп? Тогда получается, каждый, кто не скажет свое мнение, это хайп. Около, ты в народ выйдешь, что-то скажет, тоже хайп. Это соцсети, это нормально, мы обсуждаем темы, мы отвечаем. Я, вы же знаете, что задолго до, вот, когда я ответил провокаторам там, я же постоянно за объединение, даже свои на меня наезжают, я их блокировал там. За кой дан ты единство говоришь там это? Я говорю, что бы ни было, я буду говорить за единство. Потому что это глупость, в этой ситуации это глупость. За этим всем стоят там, непонятно кто, третьи лица там это, поэтому вот от этого нужно исходить. А вы как глупые, грызетесь там. Нужно к единству здравомыслящим людям объединить, за здравомыслящих людей. А нацики все эти, они такие же. Сегодня от тех нациков, которые что-то говорят против там народа какого-нибудь,
там России-то, это такие же, с их вот рук, слов, они говорят от имени вот этих третьих лиц, с которым это все надо, выгодно. Чтоб нас стравить, понимаете? Поэтому нужно здравомыслящим людям объединяться. Я сказал, что я буду отвечать, потому что я на многие молчу, а когда постоянно мне пишут, там, вы пришли, там, какие-то цыгане, вы там, это, вы с Индии пришли. У меня ответная, как говорится, кто на нас мечом пойдет, от меча и погибнет. Поэтому я отвечаю, не обижайтесь. Почему ваши провокаторы имеют право говорить, а я нет? Дело в том, что еще большинство им верят, слушают и за ними идут. Вот и приходится отвечать, поэтому на меня не обижайтесь. Лучше своих провокаторов попридержите и лучше меня поддерживайте. Уж я-то вас никогда не стравлю. Но вы поддерживаете тех, кто нас хочет стравить. Это доказывает, что вы нацики. А если нет, тогда докажите делом. Вот так. Многие, вот это тоже факт, многие хотят, чтобы мы были пришлыми. Но уже давно доказано, что осетины – это древнейший автохтонный народ на Северном Кавказе. Миллион лет здесь только владикавказцев знали, еще не было там других городов России, мы были. Большой Иран, он так таковой из всего религии, он здесь возник и отсюда распространился до нынешнего Ирана. Это один мощный этот был. И родственные арийские племена, арии, шелковый путь, они контролировали этим всем. То есть отсюда, если мы сюда когда-то были пришлыми, то не откуда-то пришли, отсюда, вот как в Нартовском эпосе, когда вы читаете о героях, когда они на Балцу ходили, о наших предков. Они отсюда уходили, там вот скифы, сарматы, там союз племен, там политические какие-то объединения, там вот как в Кангюе, Усуни, там под эгидой, там Аланы, Усунны, Асси. То есть они туда уходили, там по политическим соображениям, как на Балц. И возвращались или с добычей, или там где-то свои царства создавали, скифские объединения какие-то. Если они приходили, пришли и были, то просто ушли и пришли. Но здесь, в Северной Осетии, всегда был наш костяк. Это каждый из вас запомните. Это наши земли исконные. Не могли какие-то цыгане, бомжи завоевать такие территории обширные на Северном Кавказе, в самом центре. Это был мощный народ. Если мы за земли начнем говорить, то прежде всего, допустим, тюрков надо подвинуть, где они наши земли. Но мы же не говорим, балкарцы эти, уходите отсюда, это наши земли. А почему вы говорите, ингуши? Потому что вы нацики, это... Ну, я опять за всех не буду, а то скажут. Но раз вы поддерживаете своих провокаторов, не знаю, сделайте что-нибудь. Но я это о чем говорю? Если нам за земли горит наших предков, то всех тюрков мы же не говорим.
Хотя она кто мешает, да. То есть это один мощный, это всего религии. Вот эти все религии, то, что мы знаем, буддизм, там, Пураны, Ригведы, Зарасы, это сколько древней религии, которая отсюда получила распространение. До тех пор, пока не пришли, то тюрки, то монголы, мы постоянно с арабами воевали. И насчет ислама та же самая история. В основном шло притеснение, насаждение. Мы как-то и религию свою пытались сохранить. И она в корне единобожия. Это не язычество, то, как вам преподносят. Просто вы не пытаетесь вникнуть, что оно из себя, что такое единобожие у нас. Потому что вам вот то, что вы, это вам идет, вам вот как арабская их идеология, им это там дано было пророком Мухаммедом, они это по их деградации, там, где духовная деградация происходила, где нужно было вернуть единого Бога, единобожие, духовную нравственность, внедряли, ну, единого Бога, что есть, вот так-то, чтоб людей, да, как-то же, дикарей надо сплотить, чтобы они в хаосе не были. И разные инструменты использовались. Им это подходит, арабам, но потом начали это все нам обратно. Но войны же тоже шли. И все это искажалось, и религии тоже переписывались там. Было христианство гностическое, арийское, языческое христианство, разные, там много нюансов. Но у нас в корне никогда, мы вот, наша идеология это единобожие, асы, войны света, войны. Наши предки в корне этими всеми процессами контролировали, энергиями, знали мироздание и знали, как этими силами, энергиями да, в правильном направлении. Это и есть Агдау Джина, Агдау Хасак или Агни. Йога, вот йог кто такой? Они же асаны делают. Слушайте слово асаны, упражнения. Это тоже аса, это понятие такое. Йога – это то же самое. Воин света, Агдаухаса. И в танцах это тоже отражено все, вот эти плавные движения на вдохе, выдохе. То есть, Уаздан, Ездон, Агдауджина, там один и тот же синоним. Те, кто вот как глобалисты вот эту систему создали, управляемый хаос, старый мир, вот современный мир, они пытаются сделать вот таким роботизированным, чтобы вот так и предки, но они в живом виде это было, в другом варианте, старый мир, они другими, более духовными энергиями могли управлять. Вот эти семь богов, которые почитали, они воспринимались как один, можно сказать, хуцао, одну, как семицветная радуга, или семь тонких тел в человеке. Это частичка, вот говорят, в каждом из нас частичка Бога, не просто в каждом, а в каждом атоме. Там нет ничего, абсолютно. То есть мне многие часто говорят, где уверь в Бога, а куда? Покажите мне пальцем, где и что это такое. Не покажете, потому что это и есть все. И также этот дух, там, душа, это душа из семь тонких тел. И вот это семибожие, каждому присущ свой цвет,
сила, ну там, ментальная, эфирная, астральная, ментальная, казуальная. Казуальная – это кармическая, бутрическая, атмическая, ну это по терминам буддийским. Индуизм, там. Но это то же самое, вот это семь Божие прослеживается во всех древних писаниях. Вот это частицы от наших духовных предков. То есть это вот как мы грубые и знаем своих ближайших предков, а есть также духовный, с эволюцией. Вот почитайте тайную доктрину Блаватской, второй том «Антропогенезис», как там эволюция шла. Там, в общем, много интересного. Вот, в общем, это связь. В общем, к этому пониманию надо вот этой всей... Это единой религии и возникли другие осколки. А сейчас вот эти глобалисты, у них вот другой уже, более еще идет в сторону. Вот с эволюцией тела грубели. Сначала были прозрачные, тонкие, там бывшие расы, цивилизации, лемуры, атланты, лемурийцы, гуппурсарта, гуппурбората. Нарта, там, ну, атланты, эти все цивилизации. Там существует, когда там на стенах пишут, там люди с животными лицами. Это все реальные сущности, вот так эволюция шла. И вот животные наши остатки. Вот мы жалуемся, нас в рабство хотят сделать, чипируют, а вот эти животные, все растения, они, можно образно сказать, тоже наши остатки, которых мы чипировали, ну, в рабстве, мы их, ими мы и кормимся. Вот те, кто глобалисты, они точно так же хотят нас теперь, как вот папуасы, рабческая сила там, на их рабческом труде и... живут развитые государства, обогащаются, доноры. Вот сейчас идет, вот те, кто эти проекты осуществляют, глобалисты, хотят сделать как бы нас, да, доноры. То есть в их планах мы и служим. Поэтому, не знаю, если мы идем в будущем, хоть это нас не устраивает, мы своего как должны. Для этого много нюансов, объединиться там. Вот сами думайте. Так, вот на один вопрос отвечу. Я там пропустил, потому что у нас данная тема не подразумевала, чтобы я на вопросы отвечал. Ну, сейчас перезапуск сделаю, пообщаемся. Вот на просто отвечу, что наши предки такого, как сейчас, не проходили. Тогда были открытые враги, угрозы, а сейчас самого вождения надо... Ну да... Вода и да, отравленный молодежь. Ну да. Вот об этом сегодня и речь шла. Об актуальном, самом актуальном. Поэтому направьте свои силы в правильном направлении. Не ведитесь на разного рода шоу тогда. Проявите свои потенциалы. Напоследок скажу еще раз, что нарты... Когда обращались к Творцу, Всевышнему, то не просили у него
благо материальное, богатство, а просили послать им достойного врага. Для чего? Чтобы стать сильнее. Заметьте, не просили, самое не просили. Вернее, смотря, что ты просишь, да? В общем, вы суть поняли. Попрощайничество – это не наше. Жизнь в наших руках, земля в нас, все в наших руках. Главное, чтобы мы могли этими силами правильно распоряжаться, знать рамки, как воздан, возданы, агдаугинлакта. На том и ясы – это наша религия, мы войны Творца. Как сказать, мы и есть те, кто держит этот мир. По секрету вам скажу, вам же внедрили психику мышления, что постоянно вы рабы, не вы боги в этом мире, а кто-то там. Нет, вы творцы, вы этот мир делаете таким, какой он есть. Можно это все назвать Творцом, да, единым Хуцал, но это все мы, наш эгрегор. В наших руках все, поэтому самое главное знать еще, что на этом жизнь не кончается. Жизнь вообще никогда не кончается. Вот если бы многие это поняли, поменьше бы горевали, падали духом. Потому что ну, мы бессмертны. Хотя этот мир, да, он по сути своей иллюзорный, и правды в ней так таковой, но правда такая, какую мы ее создаем. Хотим, чтобы у нас здесь было сказочно, оно будет сказочным, если мы захотим, будем к этому. Если мы хотим, вот многие часто говорят, там розовые очки сними, там мир жесток. Мир жесток такой, каким его люди делают. И он не может быть однобоким. Потому что и рая так такового не. Рая – состояние души. Мы же не роботы, мы живые. От нас зависит, что мы хотим видеть. Хотим, чтобы у нас было как в сказке, так и будет, если мы будем стремиться. Хотим, как в фильме «Аватар», так и будет. Вот те, кто глобальный проект устраивает, они хотят видеть вот так, как они хотят, как они строят. Так и будет, потому что они этого хотят. А мы, это не наш проект, потому что мы в свои руки это меч будущее, потому что у нас нет этого. Нам что внедрили в нашу психику мышления? Что все это мифология, сказки, нартовские эпосы, это все фантастика, это все нереально. Обеднили наши души, дух, сделали нам только правду то, что вот у тебя деньги есть, у тебя есть еда, все, вот твоя правда в еде. Суть твоей жизни в еде – работать, есть и все, вот. Ну, не считая, вот, природы – это красота, но… А сами они вот именно реализовывают еще и вот такую, помимо того, что виртуальную сеть, игру еще и… Да, вот как будущие фантасты описывают, вот это они реализуют, и это будет реальным. Потому что они вот свои творческие силы ну, сами творят свой мир так, как хотят. Вот и исходите из этого сами. Если вы, не знаю, вообще. Так что это один из тайн, который я вам вот раскрыл. Раскрывает это многие, и так знаю, большие. Вы есть творцы, вы боги, вы все ваше.
Главное, чтобы это единство, энтузиазм, что вы хотите видеть, какое будущее. Вот так. Час попозже перезапуск делаю, поговорим живое.